Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости, и мы начинаем новый влог. У нас утро понедельника. В Греции праздновали День Святого Духа, поэтому это был выходной. Давид не поехал на работу. Я ему тоже сказала, давай ты останешься дома, потому что как раз в этот день мы ждали мастера, который должен был завершить ремонт потолка в ванной комнате. Я не знаю, что происходит и почему так сложно найти маляра, но мы с большим трудом его нашли, и то у него был только вот этот выходной свободный день, в который он смог прийти и закончить нам потолок. Но об этом я вам подробнее расскажу потом. А сейчас Давид начал мыть ковры. Это произошло абсолютно спонтанно, я даже не ожидала этого, мы не планировали мыть ковры. Но после утреннего кофе мы, как обычно, сидели на балконе, выпивали наш утренний кофе, и вдруг Давид посмотрел на ковры, которые стояли возле нас, и говорит, давай-ка я помою ковры. Хотя в этом году мы планировали их отправить в химчистку. Они приезжают, забирают ковры, моют их и хранят где-то в складе 6 месяцев. Это входит в оплату, но если ты хочешь продлить срок хранения ковров, то есть там какая-то еще небольшая доплата. Ну, в целом это очень удобно, эта услуга обходится плюс-минус 100 евро. Ну, это потому, что у меня ковры легкие, летние. Ну а если ковры тяжелые, зимние, такие шерстяные, то это, конечно, совсем другая обработка, и обойдется это, естественно, дороже. В общем, здесь уже Давид закончил с коврами, управился он с этим делом буквально за один час. И обычно мы оставляем ковры в стоячем положении, чтобы стекла вся лишняя вода, и потом уже вешаем их на перила. А через 2 дня, когда ковры высохнут, Давид принесет с работы огромный рулон полиэтиленовой пленки. Мы их обвернем и уберем до следующей зимы. Так, ребят, смотрите, Давид заметил, что наша морозильная камера не закрывается. Я даже не замечала, столько раз открываю его, закрываю, вообще не обратила внимания, но смотрите. Учтите, если может у вас тоже произойдет такое. Смотрите, сколько здесь льда накопилось. Очень много льда. И сейчас мы будем выключать морозильную камеру и размораживать хотя бы немножко, чтобы этот лед отошел, чтобы Давид смог его содрать. Потому что морозильная камера не закрывается, а это значит, что она постоянно работает, а льда вырабатывается еще больше. Вот, это, конечно, большая проблема. Еще мы заметили, что здесь, вот смотрите, сколько плесени набралось. И как раз эти дни у меня работает мастер, который делает мне ванной потолок. И он с собой принес вот такую вещь. Вот я его спрошу, где он его купил. Вот это средство, которое борется с плесенью. Как раз мы сейчас отключили морозильную камеру и буду использовать это средство. Попробую, как он работает. Нанесу на резинки и отмою плесень. Ну что, морозильная камера постояла буквально полчаса. И так как у нас много продуктов находится в заморозке, мы не могли их оттуда достать и дожидаться полного размораживания морозильной камеры. На улице жарко, и поэтому мы побоялись, чтобы продукты не разморозились. Они лежали внутри, мы их не убирали и дождались, пока лед станет немного подвижным. И потом Давид взял пластмассовый скребок и при помощи него соскреб весь лед. Конечно, это был нелегкий процесс. Лед отходил огромными кусками, потому что морозильный ларь почти до половины был забит льдом. После того, как весь лед отошел, естественно, большая часть упала вовнутрь морозилки, поэтому мы быстренько убрали оттуда все продукты,
очистили морозилку и вернули все обратно. Ну и теперь моя задача состояла в том, чтобы отмыть резину от плесени и всю морозилку с внешней стороны. Она поменяла свой цвет, но все-таки белая поверхность стоит на балконе. Как ни крути, все равно грязь въедается. Вот, поэтому отмыла ее при помощи сифа, и она просто засверкала. На камеру, конечно, этой разницы не видно, но поверьте мне на слово, после сифа она стала белоснежной. На резину я нанесла вот это специальное средство, которое вам показывала ранее, подождала несколько минут, чтобы оно поработало, потом потерла немного губкой и смыла средство тряпкой. Ну и как обычно делюсь результатом. Резинки идеально чистые, они прекрасно отмылись. Морозильный ларь тоже чистый, опрятный. Знаете, это такие дела, которые мы не делаем часто, или вернее сказать, мы забываем о них. Но на самом деле это очень важно, следить за своей бытовой техникой, чтобы она служила долго, верой и правдой. Ну все, морозильная камера теперь чистая, и одно большое дело тоже сделано. Пришло время приготовить обед. Я уже все подготовила, и сегодня я готовлю куриный соус. Это курица с овощами в томатном соусе. Не знаю, мы в Грузии всегда это блюдо называли куриный соус. Очень захотелось жидкого какого-нибудь супчика, поэтому решила готовить суп. Ну и как обычно у меня суп не жидкий, а густой и наваристый. Я уже нарезала овощи, использовала репчатый лук и красный болгарский перец. К ним также выдавила 2 зубчика чеснока и все вместе отправила в сотейник тушиться. Тем временем нарезаю картофель. Картофеля взяла побольше, как всегда, и нарезала его мелким кубиком. Перекладываю картофель к овощам, его тоже потушу буквально 1 минуту и добавлю кусочки курицы. Картофель всегда готовлю вместе с мясом, чтобы он успевал хорошо развариться, и таким образом соус получается густой и наваристый. И вот здесь классическая нона. Как всегда, захотела в маленьком сотейнике уместить весь обед. В общем, залила я блюдо в кастрюлю побольше, добавила горячую воду. Как видите, овощи с мясом я не покрывала водой. А все потому, что мы сюда будем добавлять тертый томат, который тоже даст много влаги. Натерла я 3 средних томата, ну и воду, которую выделяет томат, я всегда сливаю. Знаете, это не томатный сок, а какая-то вода отделяется от него. Поэтому я эту водичку всегда сливаю и использую именно мякоть томата. Как обычно, к томатам я добавила 1/2 чайной ложки сахара. В обед я добавила соль, перец и сушеную аджику. Она здесь тоже идеально подходит. И добавляю томаты. Все хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю обед повариться еще 5 минут. В конце, когда уже выключаю огонь, добавляю зелень. У меня в одном пакете заморожены укроп и петрушка, а в другом пакете базилик. Он тоже здесь подходит просто как никогда. И на этом наш обед готов. Сегодня у меня грузинский лаваш. Это идеальное сочетание. Ну и вот такой вариант обеда у меня для вас на сегодня. И всем, кто тоже ест, приятного аппетита! И наша фруктово-овощная корзина. Только что вернулся Давид, занес мне фрукты и овощи, принес 3 десятка яиц,
И здесь очень много клубники, наверное, где-то 2 килограмм. Такой, знаете, сладкий приторный запах идет. Думаю, будет вкусная. И также взял много черешни. Сейчас уже начался сезон черешни, поэтому мы вот покупаем обычно много черешни и довольствуемся, чтобы успели насытиться черешней, потому что, к сожалению, срок у нее небольшой. Вот так, черешни где-то 4 килограмма. Еще принес алычу. Вот такая жирная, мясистая алыча. Он и на прошлой неделе принес, и мы просто ели за обе щеки, сидели за телевизором и наяривали. Очень вкусная алыча была. Вот. Ну и здесь вот такой персик с ворсом. Такой персик я не ем. Я люблю нектарин, а вот от этого персика у меня дрожь. И принес очень много томатов, говорит, нашел за 1 евро, и поэтому сразу купил побольше. Вроде все они крепкие, хорошенькие, но сейчас и много салата едим, и также пущу их в обед. Вот, огурчики тоже, видите, уже приносят не очень толстые, тоненькие, вкусные. И красный лук у меня закончился, тоже взяли лучок и молодая картошка. Тоже сейчас она очень вкусная, ароматная. Вот такая небольшая продуктовая корзина у нас на сегодня. Овощи у меня некоторые имеются в холодильнике, поэтому докупили именно то, чего не было. Ну и по фруктам тоже сейчас стараемся брать именно сезонные фрукты, чтобы успеть ими насытиться. Тут у нас самый первый день, когда пришел маляр. И как видите, он все заклеил пленкой, чтобы лишний раз ничего не пачкать. Ну и вот смотрите, как выглядит до ремонта наш потолок, насколько он почернел от плесени. Он, конечно, кое-какие моменты здесь соскреб, и сейчас он будет наносить сюда вот это средство от плесени и потом смывать его. Я, конечно, поснимала совсем чуть-чуть, буквально минутку в первый день и минутку на следующий день. Ну, чтобы не смущать этого человека. Хотя он мне сказал, снимай, нет проблем. Этот мужчина наш грек, он тоже приехал из Грузии. В общем, намучился, конечно, он с нашим потолком, но сделал все хорошо, на совесть. Сказал, что если вдруг будут проблемы, обязательно звони. Ну и в общем-то вот так выглядит сейчас наш потолок. Мастер весь потолок обработал, покрасил, так что наконец-то с этим делом тоже покончено. Тут я вам показываю плитку, на которой тоже образовалась плесень. Честно говоря, последнее время из-за этого черного угла у меня не было никакого желания отмывать плитку. В общем, я сейчас буду использовать вот это средство, которое борется с плесенью. Нанесу его на пораженные места и буду тереть губкой. А потом просто смою все водой. Я оставила средство здесь поработать буквально 5-7 минут. И теперь взяла губку, немножко потру места, там где больше всего прослеживается плесень. Конечно, она отходит легко, но все-таки вот в этих узких швах она как будто бы пропиталась. И этот черный цвет ни за что не хотел отходить. В общем, я потерла хорошенечко в этих местах. Ну и что отмылось, то отмылось. Помою плитку и далее нанесу на полочку, на ванную и на смеситель Азакс. Средство, которое моет известковый налет. После него, конечно, все алюминиевые детали и вот эта стеклянная полочка блестит. Очень нравится мне это средство. Мне кажется, я им пользуюсь уже 100 лет. Ну и давайте расскажу вам, как и что вообще было с нашим потолком. Я вам говорила, что на потолке в ванной комнате я хотела сделать венецианскую штукатурку. На протяжении 18 лет у нас была венецианская штукатурка. И не было никаких проблем с плесенью.
Но так как эта штукатурка не бывает белого цвета, она всегда цветная, мы просто взяли и выкрасили потолок в белый цвет самой обычной краской. И после этого наш потолок потихонечку начал чернеть. Ну вот здесь я вам показываю итог своей работы. Плитка стала чистой, вся плесень исчезла, полочку, ванную и смеситель я тоже отмыла. В общем, везде сейчас чисто и опрятно. Ну и белый потолок тоже делает, конечно, свое дело. Возвращаясь к своему рассказу, в общем, я долго искала мастера, который бы владел этой техникой. Но, к моему великому сожалению, я такого мастера не нашла. Я переговорила с 5 мастерами, один из них, самый первый, я вам рассказывала о нем, согласился вроде сделать мне венецианскую штукатурку, попросил немаленькую сумму, но я была согласна, лишь бы получилось то, что я хотела. Но, к сожалению, он пропал, не отвечал на наши звонки, ну и сам тоже не перезвонил. Потом я поговорила еще с несколькими мастерами, но никто из них не владел техникой венецианской штукатурки. Один из мастеров объяснил мне, что у этой штукатурки спроса нет, так как материал дорогой и плюс работа тоже не дешевая, поэтому спроса нет и мы с ней не работаем. Вот так вот. Я, конечно, до последнего искала своего мастера, но дольше ждать я уже не могла, потому что потолок был в ужасном состоянии и плесень продвигалась дальше. Поэтому мы нашли мастера, который просто обработал потолок, замазал места, которые нужно было замазать, и покрасил его, кажется, акриловой краской. Сказал, что так как потолок очень низкий, все равно периодически он будет чернеть. Но он оставил мне вот это средство, которым пользовался сам, и сказал мне, что как только будет какая-то небольшая чернота проявляться, я буду наносить это средство и протирать ее. Вроде вот эта акриловая краска, она скользкая, и с нее все намного легче будет соскальзывать. Ну и насчет мастеров тоже это какой-то кошмар. Найти мастера это еще нужно суметь. Вот этот человек, например, пришел к нам в воскресенье, в свой выходной, и потом пришел в понедельник, когда тоже у всех был выходной день. У него есть основная работа, он работает в какой-то фирме, и вот после рабочего дня он часто ходит вот так по домам и делает людям ремонт. Все остальные мастера тоже у меня взяли номер телефона, обещали позвонить, как только освободятся, но никто до сих пор мне не позвонил. Только вот этот человек, который сразу согласился, сразу нашел время и сделал работу. Я просто не понимаю, вот другие и вправду настолько заняты, или они просто не хотят работать, я не знаю. В общем, уборку я закончила, все отмыла после мастера, хотя даже насчет этого нет никаких нареканий. Он работает очень аккуратно, ни разу мне не испачкал нигде. В общем, супер, я очень довольна его работой. Наконец-то дело сделано, а то душа совсем не лежала заходить сюда и убираться из-за этого черного потолка. Теперь все окей, все выглядит чисто и свежо. Мне осталось только повесить шторку и чистые полотенца. После такого продуктивного и насыщенного дня мы, конечно, оба были уставшие, но все-таки решили выбраться в наш любимый пригородный городок. Мы сюда очень часто приезжаем, не знаю почему, но именно здесь я отдыхаю душой и телом. Эта атмосфера для меня неповторима. Воздух теплый, небо голубое, море просто шелковое. Люди гуляют, никуда не спешат, все такие расслабленные. В общем, атмосфера спокойствия и гармонии. Мы, как всегда, пристроились прямо у берега моря, на песке. За морем можно наблюдать бесконечно.
у нее такой успокаивающий эффект. Тем более, когда начинаются сумерки, то это просто картина маслом. Мы заказали пиво и вот такое как бы сопровождающее блюдо, которое очень подходит под пиво. И в общем классно посидели. Уезжать совсем не хотелось. Ну и когда стемнело, стало немного прохладно, а мы, к сожалению, не подумали и ничего не взяли из верхней одежды. Так что когда стемнело, мы посидели еще немного и потом поехали домой. Огромное всем спасибо, что были со мной, что досмотрели видео до конца. Обязательно поддерживайте его пальчиком вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А мы увидимся уже совсем скоро. Я вам желаю летнего настроения. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока!